ladies and gentlemen, you better fasten your fucking seatbelts. Всем привет, это Вова Джукбокс. После выхода ролика «Pump It» с Тимуром Родригесом вы начали интересоваться, использовались ли инструменты в этом ролике. Инструменты использовались, точнее один, и это труба. Все остальные инструменты — это голоса. Даже гитара. Там вообще все просто. Добавляем «Октавер», «Скример», пропускаем это все через комбик, получаем. Уже хорошо. Пропускаем это все через фильтр. Клево. Добавляем ревер и получаем следующее. Кайф, жир, все счастливы. Кроме того, меня целых 8 персонажей. Pump it, pump it. Who, why, say, say. Ильи целых 5. Хай-хет. Цимбалы. Клэп номер 1. А Гарику в этот раз повезло, и у него есть сольный кусок, где никто ему не мешает. Come on, baby, do it. Вы когда-нибудь видели, чтобы у трубача из раструба во время игры выходил пар, при том, что вроде как не холодно? Мы видели в исполнении Вадима Эйленкрига. Ну и то, конечно, с чего я хохотал больше всего. Это вот эти моменты от Тимура Родригеса. Естественно, с любовью. Это прекрасно, что несмотря на все трудности, мы все равно собрались все в одном кадре и сделали для вас классный музыкальный клип. Ребята, всем вам огромное спасибо. Не болейте.